Привет всем! Сегодня готовим вот такие вот пышные оладьи с вкусным шоколадным соусом. Погнали! Разбиваем два яйца в миску. Солим. Добавляем ряженку. Размешиваем. Засыпаем все это мукой. Секретный ингредиент – кокосовая мука. Можно перемешивать. Перемешивая, добавляем еще немного муки. Кроме этого, необходимо добавить немного соды. Чтобы не было комочков, мы делаем однородную массу, которая потом будет разбавляться кефирчиком для... Сначала густую массу размешиваем, чтобы не было комочков. А после этого будем разбавлять кефиром до консистенции сметаны. Разбавляем. Оставляем наше тесто на 15-20 минут, чтобы настоялось. Вот это наш будущий шоколадный соус. Здесь сливки и шоколад 48%. Достаточно пару раз с перемешиванием между подогревами прогреть шоколад, и тогда получится соус. Вот он, соус после первого нагрева. Его теперь перемешать нужно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Первая партия готовится уже. Огонь, кстати, нужно ставить не на полный, а примерно на 2/3. Итак, оладушки готовы, и вместе с ними готов и соус. Пробуем. Вкусовые впечатления такие. Соус горячий, сливочно-шоколадный, вкусный и немного сладковатый. А оладушки вкусные и воздушные. Рецепт отличный. Подписывайтесь, не пропускайте похожих видео.